Были в 90-х и другие, так называемые «братки», которые зарабатывали совсем по-другому. Итак, переносимся в лихие 90-е. Бабуля, бабушка, я извиняюсь, это кто? Это ваша крыша? Серьезно, ребята. Бабушка, если это ваша крыша, резонный вопрос. Сколько вы с вашей крыши отстегиваете бабла? Бабушка, по-моему, к вам клиенты. Да, что-то они не очень похожи на добропорядочных граждан. Ребята, что происходит? Ребята, это беспредел. Бабушка вообще стояла, никого не трогала. Эй, парни, вы, наверное, не в курсе. Бабушка под крышей ходит, если что. У бабушки крыша есть? Нет, у меня проблем никаких вообще нет. Я говорю, чё, ай, беспредельщик. Бабуля, срочно вызывай крышу. Ребята, крыша. А ну разберитесь, бабушка бежает, срочно. Бабушка, бабуль, это реально беспредел. Бабушка, вы случайно на спецназе не служили? А, БДВ, извините. Ай-яй-яй-яй-яй, бабуля! А зачем вы ее поджигаете? И что должно было произойти? Бабушка, да я как поближе, это вы настоящая беспредельщица. Видал, это побольше, ближе к полю, бабушка, ближе к полю. Я смотрю. Китайский рынок, бабуля. Я смотрю, это вообще здорово. Ладно, бабушка, уже не смешно, бабуля. Все, прекращайте хулиганить. Бабушка, вы меня слышите? Бабуля, вы меня слышите, нет? У, бабуля! Не бойтесь, бабушка шутит. Ух, бабуля. Дальше-то что, каска зачем? Это что, колбаса? Да ладно! Бабуля в поле! В поле и повыше! Дамы и господа, встречайте, вот он, настоящий человек шашлык. Аплодисменты. Обратите внимание, как шашлычок вам машет. А почему зрители не аплодируют шашлыку?